вырастить фаленопсис из семян? Как правильно выращивать орхидею в домашних условиях? Какой уход нужен для фаленопсиса из семян? В сегодняшней аудиостатье вы узнаете о методах посадки фаленопсиса и быстром выращивании в домашних условиях. Садоводы отмечают, что вырастить фаленопсис из семян тяжело. Давайте рассмотрим этот способ посадки и определим плюсы и минусы. Семена созревают 120 дней, плохо прорастают в неприспособленных условиях, слишком малы для посадки, практически не содержат питательные вещества и нуждаются в симбиозе. Для цветовода нет невыполнимых заданий, поэтому, подобрав правильный сорт для посадки, приложив усилия и бдительность в выращивании, создав идеальную среду для развития семян фаленопсиса, можно получить свою красавицу орхидею таким способом, а там, глядишь, и до собственного производства недалеко. Субстрат для выращивания фаленопсиса из семян. Почвенная смесь для проращивания семян будет прямо противоположной субстрату, в котором обычно развивается взрослое растение. Субстрат для выращивания фаленопсиса из семян состоит из агар-агара, полисахариды из морских водорослей, глюкозы, микроэлементов, макроэлементов и минералов. Для того, чтобы облегчить себе задачу выращивания фаленопсиса из семян, можно купить подготовленный гидрогель, пропитанный необходимыми компонентами по составу. По типу орхидеи моноподиальный, симподиальный, наземный подбирается состав ингредиентов, стимулирующих прорастание семян. Так как фаленопсис относится к моноподиальным орхидеям, ознакомимся с составом для нее. 1 грамм кальциевой селитры, 15 грамм агар-агара, 400 мг калий-фосфат кислого, 200 мг лимонно-кислого железа, 700 мг аммония сернокислого, 1 литр декстроза, 300 мг сернокислого магния, 350 мг лимонно-кислого калия и 1 литр воды. Кислотность субстрата для проращивания или общей смеси в гидрогеле должна составлять 5,1 pH. К дополнительным микроэлементам: 1 грамм сернокислого цинка, 10 мг калий йодистый, 300 мг сернокислый марганец, 30 мг никель соленокислый, 1 грамм борной кислоты, 30 мг соленокислого алюминия, 30 мг медного купороса, 1 литр воды. Технология выращивания фаленопсиса из семян. Приступаем к посадке семян фаленопсиса в приготовленном субстрате. Для начала обработайте посуду, в которой будете смешивать ингредиенты и высаживать семена. Автоклав с легкостью справится с задачей за 1 час при 130 градусах. Заменить в домашних условиях его можно на обычную скороварку. Выращивание фаленопсиса из семян. Первое. Агар-агар разливают в горячем виде. Используют термоустойчивую колбу на 100 мл. Для работы нужно всего лишь 30 мл раствора. Второе. После того, как емкости будут наполнены, закрыть ватой и оставить на 5 дней, периодически просматривая состояние. Третье. Пораженный грибками субстрат удаляют. Четвертое. Обработать семена фаленопсиса в гидрохлорите кальция по 10 грамм на 100 мл воды. Поместить в емкость на 10 минут. Пятое. Разместить семена в среду для посева над паром. Последние удаляют вредители и бактерий. Перемещать пипеткой в среду в колбу, емкость закрыть ватой и оставить на проращивание. Температура для прорастания семян фаленопсиса 23 градуса, может опускаться до 18. Продолжительность светового дня 14 часов, всходы появляются до 2 месяцев, но могут также проявиться и раньше. Как только увидите всходы, пересадите в свежий субстрат.